зовут Марина, и в сегодняшнем видеоролике я бы хотела поделиться с вами своими результатами и достижениями как тренера. Но вначале давайте определимся, а что же такое результат? Чем ассоциируется у вас это слово? Уверена, среди ваших вариантов будут такие слова, как итог, сумма, либо выбор. Возможно, кто-то даже подумает о глаголах измерить, либо подсчитать. Я, конечно же, не являюсь исключением из правил, поэтому первое, к чему потянулись мои руки, это был калькулятор. Путем простейших подсчетов, в результате 5 лет моей работы как тренера стал 651 тренинг. Но это много или мало? Ведь тренинги бывают разные. Для того, чтобы этот результат был универсально понятен для каждого из нас, давайте переведем это в минуты. Итак, в минутах данный 651 тренинг – это 237 330 минут. Ну, это даже выговаривает долго. Если же в земных сутках, то это 165 суток тренинга в режиме нон-стоп. Но действительно ли это результат? Как данные цифры характеризуют меня, Марину Томаш, в качестве тренера? Да практически никак. Это всего-навсего цифры на экране калькулятора. А основной целью и, соответственно, основным результатом для меня является достижение моих участников. Их умение и желание применять те навыки, которые были отработаны на каждом из этих 651 тренинга. Особенно, когда результат не остается незамеченным для наших клиентов. Также, лично для меня, важным результатом является и тот позитивный настрой, который они получают на тренинге. Ну и, конечно же, всегда приятно видеть отзывы в соцсетях. Это вдохновляет на дальнейшие достижения и на движение вперед, к новым знаниям, которые потом можно будет применить в 652-м тренинге. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо вам большое за внимание и до встречи!